Да, добрый день, уважаемые коллеги. Добро пожаловать на наш сегодняшний вебинар. Пожалуйста, подтвердите, что меня хорошо видно и слышно. Плюсики. Отлично. Спасибо. Спасибо большое. Да, я вижу, что меня видно и слышно. Ну что ж, тогда мы с вами еще буквально минутку подождем и можем уже начинать. Да, позвольте представиться, зовут меня Елена Науменко, я являюсь заместителем директора по продажам прекрасного отеля Ritz-Carlton Dubai. Именно сегодня, именно об этом отеле сегодня пойдет речь на нашем вебинаре. Спасибо вам большое, что вы нашли время, чтобы поговорить о прекрасном городе, который в этом году очень радует своей погодой, несмотря на то, что август месяц в Дубае, казалось бы, самое жаркое время года. Погода действительно очень хорошая. Рады видеть ваших гостей. Вот. Ну что ж, начинаем наш сегодняшний вебинар. Итак, еще раз, чудесный отель Ritz-Carlton Dubai. Находимся мы в самом сердце города, и расположение является одной из одним из наших главных достоинств. И, как правило, первый раз гости приезжают к нам именно из-за нашего расположения. Ну и дальше уже, как правило, остаются с нами навсегда. Мы находимся на знаменитом променаде в Дубае, JBR, где находится масса магазинов, ресторанов, кафе, кинотеатров, всевозможных развлечений. Все это находится в пешей доступности от Ritz-Carlton. Но при этом отель обладает своим собственным пляжем, большой красивой зеленой территорией. То есть мы такое уникальное сочетание. Мы самый настоящий курорт с красивым частным пляжем, но при этом мы в самом центре города. То есть если к вам приходят ваши дорогие любимые туристы, наши будущие гости, говорят, нам бы вот так, чтобы и на море, и погулять. Вот тут точно как раз Ritz-Carlton будет идеальным выбором. Буквально в 5 минутах ходьбы от нас находится район Марина, яхты, клубы, всевозможные развлечения. Марина Молл тоже в пешей доступности от нас. Ну и плюс Outlet Village, гости могут съездить. Этот шоппинг-центр предоставляет трансфер для наших гостей. Ну, как я уже сказала, да, несмотря на то, что мы самый центр города, собственно, город вырос вокруг нас, мы заполучили такое чудесное расположение, отель был построен достаточно давно, обладает, кроме того, что частным пляжем, пляж закрыт только для наших гостей, 350 метров пляжа, на который имеют доступ только гости Ритц-Карлтона, кроме того, обладает еще и прекрасной, чудесной территорией, очень зеленой, ну, такая настоящая жемчужина, которая находится в самом центре города, как я уже сказала. Собственно, как мы заполучили такое чудное расположение? Отель был построен давно. Состоит отель из двух частей, скажем так. Оригинальная часть отеля была построена в 1998 году, и в 2014 была полностью отреновирована. Вторая часть отеля была построена только в 2013 году. Для себя стиль Ritz-Carlton выбрал арабский дом, поэтому такой достаточно традиционно арабский стиль у отеля. Оригинально, ну и, соответственно, в отеле все будет называться по-арабски, поэтому оригинальная часть отеля, которая была построена, собственно, первоначально, называется Гуруб, что означает закат. Новая часть называется Шурук, что означает рассвет. Отель небольшой, всего 294 номера, 6 этажей, разделенных вот на такие два чудесных крыла. А когда было полностью отреновировано оригинальное крыло отеля, было принято решение стиль отеля не менять, поэтому наше традиционное крыло Гуруп, оно будет отличаться более таким классическим стилем. Шурук уже будет более новым, более современном стиле построен. Но при этом все равно элементы арабского стиля будут присутствовать. Вообще идея всего интерьера, всего дизайна отеля, чтобы гости наши чувствовали себя именно как в арабском доме. Поэтому, когда мы спрашиваем гостей, как прошел ваш отдых, все ли вам понравилось,
если они говорят как дома, по-домашнему, вообще употребляют слово «дом», то это означает, что мы действительно выполнили свою задачу на отлично, что вот такое истинное восточное гостеприимство является одной из главных черт нашего отеля. Ну, если мы говорим о самих номерах, все номера без исключения смотрят в сторону моря. У нас нет номеров, которые смотрят в сторону города или еще куда-то. Они все смотрят в сторону моря. Единственное, так как территория отеля очень большая, мы не называем все номера номерами с видом на море, да, то есть они у нас не являются Ocean View, поскольку с первого до третьего этажа номера будут скорее иметь вид на сад или бассейн. Стандартная категория номер называется Deluxe. Как раз они вот на первой картинке у вас представлены. И номера категории Deluxe могут находиться как в оригинальном корпусе, так и в новом корпусе. Расположены они с первого по третий этаж. И, как я уже сказала, они все смотрят в сторону моря, но вид будут скорее иметь на сад или на бассейн. Номера, которые находятся на высоких этажах, то есть с четвертого по шестой этаж, в оригинальном корпусе будут называться Ocean Deluxe, да, то есть номера будут выглядеть идентично, просто будут находиться на более высоком этаже и иметь более прямой вид на море, скажем так. Высокие этажи нового корпуса – это будут клубные номера, да, то есть они у нас называются Club Ocean. О них мы, как бы, вообще о клубной концепции мы поговорим чуть позже. Но для вас, да, как для тех, кто отель продает, информация важная. Если гости хотят гарантированно высокие этажи нового корпуса, необходимо забронировать клубные номера. Ну, кроме номеров Deluxe и Ocean Deluxe, естественно, счастливо похвастаться прекрасными сьютами. Есть у нас и королевский сьют, да, наш чудесный Royal Suite, который отличается... Это две спальни, гостиная, потрясающая терраса, практически 360 градусов, и полностью оборудованная кухня для тех, кому это важно, если они хотят вести с собой няню, шеф-повара и так далее. Ну и, конечно, уникальные президентские сьюты. Это номера, которые построены абсолютно в арабском стиле, находятся в оригинальном корпусе, и внутри номера находится свой собственный хамам. Поэтому, если есть у вас такие вот гости, кто хочет погрузиться на 100% в идею восточного дома, да, то крайне рекомендуем наш президентский сьют, им даст такую возможность. Каждая из категорий у нас по две, то есть два Royal Suite и два президентских сьюта. Еще раз повторюсь, президентские сьюты находятся в оригинальном корпусе, более классическом стиле. Royal Suite в более современном стиле с полностью оборудованными кухнями находятся в новом корпусе. Обе категории у нас с двумя спальнями. Ну и безусловным хитом наших продаж для наших с вами любимых дорогих гостей являются гарантированные коннекты. Да? Вот эта вот история про гарантируйте нам, что номер будет коннект. Это возможно в Ритц-Карлтоне, и вы бронируете их как отдельную категорию номера, которая будет называться Family Room. То есть это если это два отдельных номера, то есть две базовых категории, Deluxe. Одна из них будет с одной большой кроватью, другая будет с двумя раздельными. Соединены они будут между собой. Либо это будет family suite, то есть это будет one bedroom suite, сьют с одной гостиной и одной спальней, к которому будет подсоединяться стандартный номер с двумя раздельными кроватями. Да, поэтому если гости ваши хотят гарантированный коннект, в нашем отеле называется family room или family suite. Количество таких номеров достаточно ограниченное, да, поэтому если этот вопрос принципиален, пожалуйста, рекомендуйте своим гостям бронировать эти категории заранее. Единственная особенность, в оригинальном корпусе будет коннект полноценный, то есть дверь будет внутри номера в стене, в новом корпусе это будет интерлидинг, да, то есть когда у вас два отдельных номера будут соединены общим коридором. При бронировании, если у гостей есть какие-то пожелания, пожалуйста, обязательно это указывайте. Вообще, чем больше информации о гостях вы нам даете заранее, вы прекрасно знаете, тем лучше отель подготовится. Особенно такой отель, как Ритц-Карлтон, поскольку основой нашей философии является, ну, есть такое слово, anticipation, да, то есть мы стремимся предугадать, что хотят от нас гости, что они ожидают, и сделать это немножко лучше, чтобы их приятно удивить, и это как раз и
гарантирует нам, что гости будут счастливы и довольны и снова вернутся к нам. Потому что Риц отличается очень большим количеством возвратных гостей. Ну и спокойным сном вас, как наших дорогих любимых агентов, поскольку вы точно уверены, что о гостях, о ваших позаботятся. В другую сторону. Да, как я уже говорила, но если гости хотят гарантированные номера в новом корпусе, это именно клубная категория номеров, но обращу ваше внимание, что прелесть этих номеров не только в их расположении, это совершенно уникальный клубный концепт, которым обладает Ритц-Карлтон. Кроме того, что в течение дня по 5 раз в день мы кормим наших гостей, да, то есть это полноценный завтрак, обед, ужин, послеобеденные закуски, вечером это сладости. С 12 часов дня и до 10 вечера, к сожалению, раньше в Дубае это не разрешено, мы неограниченно наливаем алкогольные напитки для наших гостей, причем алкогольные напитки премиального класса. То есть в течение всего дня, но даже если гости приходят вне времени обеда или ужина, в течение всего дня постоянно там есть напитки, какие-то легкие закуски и так далее. 5 раз в день мы кормим, и плюс еще, как я сказала, неограниченные алкогольные напитки. То есть такой формат очень удобен для гостей. Если вы путешествуете с детьми, это идеально, что в любое время вы можете прийти, деток накормить, там какие-то небольшие сладости, печенье и так далее, соки, воду и прочее. Ну и, конечно, если путешествует пара, то бокал шампанского на закате, он тоже существенно меняет представление об отдыхе, если он уже включен в стоимость проживания. Поэтому рекомендуйте своим гостям бронировать клубные категории номеров. Очень облегчает вообще... Это очень облегчает их отдых, делает его достаточно комфортным, поскольку ни о чем не нужно беспокоиться. В любое время гости могут прийти, что-то покушать, что-то выпить. Да, я уже вижу, что появились вопросы по питанию. Сейчас мы с вами обязательно об этом поговорим. Стандартное проживание в отеле будет на завтраках. Но если наши с вами дорогие любимые гости бронируют отель через своих агентов, то есть через вас, при бронировании от 3 ночей они получают полупансион в подарок. Полупансион Ритц-Карлтона максимально лояльный, то есть вы можете менять обеды на ужины. Делать это можно, вот прям находясь на месте, заранее этого делать не надо. Мы рекомендуем гостям бронировать ужины хотя бы день в день, если они хотят попасть в какой-то определенный ресторан. В течение дня на обеды бронировать его не нужно. Вот, ну, если вы там утром проснулись, да, и решили, вот непременно надо сегодня именно в итальянский, тогда хотя бы день в день, пожалуйста, на у консьержа или на ресепшн, мы гостям рекомендуем. Так, обязательное бронирование, вот, ну, опять же повторюсь, только если хотят какой-то определенный ресторан. Кроме все наши бары и рестораны включены в программу полупансиона, кроме нового ресторана, который находится на пляже, о нем мы чуть позже поговорим. А так, 8 баров и ресторанов на выбор наших гостей. Но прекрасные новости с прошлого года в Дубае запущена программа, которая называется Marriott Dine Around, и Ритц-Карлтон тоже является частью этого большого семейства отелей Marriott'ов. И рестораны отелей сети Marriott также входят в программу полупансиона для наших гостей. То есть гости могут обедать и ужинать не только в нашем отеле, но и в других отелях сети Marriott. Но в этом случае их обязательно ресторан нужно непременно забронировать. Вот, пожалуйста, их предупреждайте. То есть наш консьерж связывается с отелем, предупреждает его, и гостям выдает ваучер, чтобы они смогли воспользоваться этой программой. Очень удобно, причем это относится не только к Дубаю, это относится ко всем другим эмиратам. То есть находясь в Дубае, ваши туристы едут на экскурсию в Абу-Даби, чтобы посетить Лувр, Warner Brothers, много чего Абу-Даби может предложить. Им не обязательно мчаться скорее обратно, чтобы не пропустить свой ужин. Они могут воспользоваться этой программой и поужинать в Ритц-Карлтоне в Абу-Даби. Или отправиться в Ритц-Карлтон Рас-эль-Хейма и там поужинать под звездами. Выбрать один из ресторанов отелей W, Westin, да, то есть прекрасный Будда-бар рядышком с нами находится. Он также будет являться частью программы полупансиона.
Пожалуйста, рассказывайте об этом своим гостям, чтобы они могли воспользоваться этой программой. Да, я вижу, меня спрашивают про клубные номера. Клубные номера точно так же. При бронировании от 3 ночей у гостей будет бесплатный апгрейд на полупансион. То есть точно так же они могут обедать и ужинать или ужинать в одном из наших ресторанов. Ну, то есть получается, что, например, там какой-то день они могут пообедать в клубной гостиной, а поужинать в ресторане. Другой день наоборот. Клубные привилегии, они добавляются к питанию гостей. Поэтому, это, повторюсь, это очень удобно. То есть полупансион – это приятный бонус при бронировании именно через агента. Да? То есть это такая привилегированность вас по отношению с прямым бронированием. Вообще, конечно, Rescout, мы очень ориентируемся на партнеров по всему миру и за что нас любят и поддерживают уже много лет. Да, меня спрашивают, когда был отель построен. Отель был построен в 98 году. Да, он один из первых, который был построен на Марине. Ну, собственно, благодаря этому и получил такое расположение, потому что сейчас вы уже сами знаете, что в Дубае каждый новый отель, яблочку уже негде упасть, а Риц вот прекрасно, почти полкилометра собственного пляжа, прекрасные сады, и все это на 294 номера в центре города. Как я уже говорила, в 98 году был построен только оригинальный корпус, он был отреновирован в 2014, и вторая часть отеля была построена в 2013 году. Как это говорят, soft renovation, да, есть такое понятие, когда небольшая реновация, то есть мы внешние реновационные работы мы проводим каждый год, это особенность всех дубайских отелей, которым уже так немало лет, но вот глобальная реновация, скорее всего, пройдет уже в следующем году. Последний раз была она 7 лет назад. Возвращаясь к полупансиону, да, как я уже сказала, пожалуйста, предупреждайте своих гостей. Это совершенно потрясающая, очень удобная программа. Более 130 ресторанов по всем Эмиратам в нее входят. У нас прекрасный выбор ресторанов, но если они хотят какой-то экзотической кухни, индийской или еще что-то, они тоже могут этим воспользоваться. Возвращаясь к нашим ресторанам, кроме главного ресторана, мы можем похвастаться еще 7 барами и ресторанами и новым прекрасным рестораном Тамока, о котором я скажу чуть позже. Перед вами сейчас сердце Ritz-Carlton, это наш прекрасный лобби-лаунж. Если вы знакомы с брендом Ritz, вы знаете, что слоганом нашего бренда является «We are the ladies and gentlemen serving for ladies and gentlemen», что мы дамы и господа для дам и господ. И, конечно, наш прекрасный лобби-лаунж – это отражение этой идеи, отражение идеи арабского дома, потрясающе красивый интерьер. Здесь сервируются и обеды, и ужины, а также лобби-лаунж знаменит своим afternoon tea, таким британским, с роялем, с бокалом шампанского. Кроме того, гордостью представляю наш азиатский ресторан Blue Jade. Обожают наши просто с вами гости. Все кухни азиатского региона здесь представлены, и Вьетнама, и Японии, и Китая, и тайские блюда, и сингапурские, то есть все можно здесь попробовать. Кроме того, шеф этого ресторана Таван очень молодой, очень прогрессивный, совершенно потрясающие блюда он готовит, основаны они на домашних рецептах его бабушки. Вот, и дополнены очень красивой презентацией. Немало наград у этого прекрасного ресторана. Он также является частью программы полупансиона, которую гости могут забронировать на ужин. Да, видимо, кто-то меня не очень расслышал. Так, полупансион, да, как происходит при бронировании любой категории номера, абсолютно любой категории номера, базовая цена будет на завтраках. Если вы бронируете более 3 ночей, то полупансион будет бесплатным. Поэтому это относится ко всем категориям, не только к клубным номерам. Главный ресторан называется «Караван», тоже мы о нем с вами поговорим. Ну, конечно, итальянский ресторан «Сплендида», очень романтичный, красивейшая пиацца, вот такая, да, открытая терраса, где звучит итальянская музыка. Шеф Франческо, наш дорогой, получил чудесное звание
посла Truffles Ambassador, благодаря тому, что его трюфельное меню, которое выходит каждую осень в ресторане Splendida в Ритц-Карлтоне, было признано одним из лучших в городе. Невероятно креативный шеф, повторюсь, да, то есть гости, которые приезжают много-много лет, всегда ресторан удивляет их как чем-то новеньким, чем-то интересным. Ну и вообще, конечно, итальянская кухня традиционно самая популярная. Главный ресторан «Караван». Это шведский стол на завтраках. Как вы знаете, сейчас в Дубае нет никаких ограничений. Да? Необходимо носить маску, если вы находитесь в помещении. Но что касается ресторанов, рестораны «Шведский стол», гости сами подходят, сами кладут себе еду. То есть, в принципе, все максимально удобно и комфортно для гостей. Мы практически вернулись к тому, что было до пандемийных времен. «Караван» славится еще и прекрасным бранчем, который у нас вернется, как только погода наладится, как только станет прохладно в Дубае. Бранч, если вы знакомы с этим термином, это такое совершенно безумие, на которое начинается в 12 часов дня и заканчивается к вечеру. Вы платите какую-то фиксированную сумму и неограниченная еда и напитки в зависимости от того, какой пакет вы приобретаете. И вот London Social, знаменитый бранч, который проходит именно в ресторане «Караван» в отеле «Ритц-Карлтон», считается одним из самых лучших в Дубае. Гости могут приобрести его как за дополнительную плату, естественно, он не будет являться частью полупансиона, но для гостей будет специальная цена, которой они могут воспользоваться, чтобы вот такой необычный опыт, невероятно популярный концепт. В Дубае практически каждый ресторан проводит бранчи, очень любим местными жителями, нами, резидентами в том числе, этот концепт. Вот, ну а так, ресторан «Караван» – это наш основной ресторан. Работает он на завтраках. Прекраснейший выбор. Очень часто получаем самые высокие отзывы, самые лучшие отзывы от наших гостей, высокую оценку выбору и продуктам, и блюдам, которые мы своим гостям предлагаем на завтрак. В самый высокий сезон, то есть там в районе Нового года, например, иногда мы открываем ресторан на ужины, но не всегда. Большую часть года ресторан работает именно на завтраках. Ну и ресторан «Лабе» – это ресторан, который находится у бассейна только для взрослых, поскольку «Ритц-Карлтон» – мы прекрасный семейный отель, но есть у нас и часть отеля, которая отведена только для пар, где они могут уединиться и отдохнуть. Рядом с этим бассейном находится ресторан «Лабе». Средиземноморская кухня. Самый популярный, наверное, ресторан на ланче, если гости хотят в течение дня именно воспользоваться своим полупансионом. Потрясающие коктейли, необыкновенная атмосфера, музыка, диджей. Здесь можно курить кальян. В предстоящем чемпионате, которого мы все так с нетерпением ждем, здесь ставят огромные экраны. Вы можете, находясь в бассейне с коктейлем, смотреть проходящие игры. Так, простите, все время в другую сторону. Да, ну и с гордостью представляем новый ресторан наш, который был открыт в конце прошлого года, ресторан «Тамока». Является он представителем самой модной и популярной латиноамериканской кухни. Сейчас в Дубае, да, перуанская кухня или бразильская кухня. Это вот такой самый последний тренд у нас, очень модно, очень популярно. «Тамока» – это потрясающий микс. Официально это называется «атийская кухня», то есть кухня именно вот этого карибско-латиноамериканского региона, поэтому здесь вы найдете и севиче стейшн, и потрясающее аргентинское мясо, и карибские какие-то сумасшедшие коктейли кубинские, модный ресторан, вид, естественно, уникальный ритц-карлтоновский вид на колесо, на самый лучший красивый закат. Кроме самого ресторана «Тамока», рядом с ним находится еще и бар, который называется «Канья». Красивейший дизайн, очень современный, очень модный, диджей, живая музыка вечером.
Этот ресторан, еще раз повторюсь, не входит в программу полупансиона, но гости отеля, конечно, могут его посещать. И, поверьте, останутся очень довольны. Потрясающий выбор морепродуктов, мяса, очень хорошая кухня. Сам шеф ресторана аргентинец, поэтому будет вас приятно удивлять. Да, ресторан находится на пляже. Если гости ваши прежде были в нашем отеле, этот ресторан построен на месте ресторана Palm Grill. Да, это наш предыдущий такой был небольшой, маленький, милый ресторанчик на пляже. Сейчас он превратился вот в такой великолепный, еще раз повторюсь, латиноамериканский ресторан. Здесь представлена кухня аргентинская, бразильская, перуанская, карибская, то есть вот именно кухня этого региона. Да, мы стараемся, видите, от модных тенденций не отставать. Ресторан, повторюсь, только недавно был открыт. Масса восхищенных отзывов, высочайших оценок. То есть очень он понравился и гостям. Сюда могут, конечно, приходить гости извне, но приходить именно в ресторан, не на пляж. Да? То есть расположенность ресторана на пляже не означает, что можно прийти в ресторан и остаться на пляже. Латиноамериканская кухня, да, мне кто-то спрашивает. Ну и, конечно, куда без наших с вами маленьких гостей. Дубай традиционно популярен для семейного отдыха. И, конечно, самый высокий сезон для нас – это школьные каникулы. И если, опять же, вы знакомы с брендом Ritz-Carlton, то по всему миру придуман отдельный концепт для наших самых маленьких гостей. Называется он Ritz Kids. Начинается он прям вот с собственного чекина, то есть для наших маленьких гостей такие прям ступенечки, они сами подходят, могут зарегистрироваться, взять свое там печенье или конфеты, приготовленные для них, маленькие подарки и так далее. Ну и, конечно, это детский клуб, который бесплатный всегда для наших гостей. Мы вообще искренне верим, счастливы дети, счастливы родители. И надо сделать все, чтобы детки были максимально заняты в течение дня и не мешали отдыхать своим родителям. Поэтому для них придумана самая разнообразная программа всяких занятий на открытом воздухе, в закрытом помещении, да, то есть все для того, чтобы они были заняты, благо территория отеля позволяет. На территории отеля у нас два детских бассейна, в том числе один из бассейнов с горками, с горочкой, да, два семейных бассейна и два бассейна только для взрослых. То есть, в принципе, максимально мы стараемся угодить вкусу каждого из наших гостей. Да, клуб работает с 9 до 6 вечера, предназначен для деток с 4 до 12 лет. Каждый месяц, очень креативная команда, там каждый месяц они придумывают какую-то совершенно новую программу для деток. Ну и если вы, опять же, да, один из основополагающих принципов всех Ritz-Carltonовских философий, что каждый гость индивидуален, и каждый маленький гость особенно индивидуален. Поэтому, конечно, мы стараемся подстроиться под каждого из наших гостей. Детский клуб всегда бесплатный, если я забыла об этом упомянуть. Ну и о взрослых наших гостях мы тоже побеспокоились. Спа-центр Ritz-Carltona, он был перестроен, скажем так, в новом корпусе, поэтому он такой современный, с большими просторными массажными кабинетами, их у нас 12, в том числе у нас есть и для пар. В Дубае не везде, не во всех отелях это встречается, в Ritz-Carltonе это есть. Есть большие кабинеты, которые будут окна, да, то есть не традиционная арабская история, когда у вас все под землей находится, нет, очень современный спа-центр, с бассейном, как я уже сказала, этот бассейн будет только для взрослых. Вообще деткам нельзя, до 18 лет вход в спа-центр не разрешен. Все Ritz-Carltons во всем мире, мы используем косметику Espa, это наш основной косметический бренд, да, он обязательно представлен всегда во всех спа-центрах. Но все больше и больше гостей как-то склоняются к органической косметике. В качестве второго бренда мы выбрали для себя Natura Bisse. Это испанский бренд натуральной косметики.
Вот. Ну и особой нашей гордостью является уникальная процедура, которая называется Arabian Felix. Используются в ней именно ингредиенты, которые можно встретить здесь, на Ближнем Востоке. Это будет скраб из песка, розовая вода, финиковое масло, верблюжье молоко. То есть это такая очень необычная процедура, которая основана именно на традиционной арабской, скажем так, культуре. Да, поэтому у нас три основных, получается, направления. Это современный косметический бренд, натуральная косметика и уникальные процедуры именно в арабском стиле. Фитнес-центр, 24 часа тренажерный зал у нас работает, салон красоты. Все это тоже здесь представлено в самом отеле. Да, и как я уже сказала, бассейн только для взрослых. Да, много я вам сегодня всего рассказываю, поэтому хотелось бы так вот подвести небольшой итог, да, для вас, именно как-то для продающих менеджеров. Самое важное, что нужно знать о нашем отеле, чтобы ответить на те вопросы, с которыми могут к вам обратиться ваши гости. Почему же все-таки Ритц-Карлтон, почему выбирают нас? Ну, как я уже сказала, это, конечно, фантастическое расположение. Отель находится в самом центре города, окружен магазинами и ресторанами. Погулять – это вот как раз про нас. Замечательно для семей с детками, потому что вокруг нас находятся всякие развлечения, которые можно для детей организовать. Марина и GBR – все у нас пешком. Но при этом прекраснейший пляж, прекрасная территория, 6 бассейнов, извините, на территории отеля находится. Совершенно уникальный клубный концепт. Тоже, пожалуйста, рассказывайте об этом, да, потому что как-то в нашем представлении это вот клуб зачем? Поверьте мне, особенно вот в нынешних реалиях, это очень удобно, когда еда и напитки уже в течение всего дня будут включены для ваших гостей. Ну и с особой гордостью всегда мы счастливы и рады, что Marriott наконец-то вот с такой программой появился, обладая таким количеством отелей, более 130 ресторанов в Эмиратах, во всех Эмиратах, являются частью полупансиона для гостей, которые останавливаются в Ритц-Карлтоне. Но главная причина, да, это все, конечно, здорово и замечательно. Это та причина, по которой гости приезжают к нам первый раз, как я уже говорила. Но главная причина, почему они остаются с нами, потому что адептов, поклонников бренда Ritz по всему миру невероятное количество. Как правило, большая часть наших гостей... как правило, гости постоянные, которые много лет к нам уже приезжают. Что же такого особенного, что нас отличает? Это, конечно, сервис, потому что расположение прекрасно, хорошие номера, рестораны и так далее. Этим всем может похвастаться большое количество отелей. Что же делает Ритц-Карлтон уникальным? Это совершенно особый подход к, мы это называем, gold standard, да, то есть к нашим золотым стандартам сервиса. Ну, во-первых, конечно, we are the ladies and gentlemen, serving for ladies and gentlemen. Это такой слоган, который традиционно, наверное, каждый из вас когда-то слышал, посещая Ритц-Карлтон. Что же это означает? Означает это, что каждый из наших дорогих, любимых сотрудников здесь, в отеле, может обратиться к любому из гостей, и гость будет достаточно комфортно чувствовать себя, поговорив с ним, рассказать о том, что же они хотят. Ну и это дает такое ощущение, как я уже сказала, дома, комфорта, и это дает возможность нам узнать, что же мы можем сделать такого особенного, чтобы сделать отдых наших гостей совершенно незабываемый, потому что, опять же, да, мы искренне верим, что не существует каких-то прям стопроцентных стандартов для каждого человека. Каждый человек абсолютно уникален, и наша задача понять его уникальность, понять, что же ему понравится, что же его по-настоящему тронет, и придумать что-то такое, что ему запомнится навсегда. Мы это называем wow stories, да, такое понятие у нас замечательное, за которое ребята получают какие-то дополнительные бонусы, продвижение там, и так далее. Связаны они, ну, прежде всего, конечно, с особенными моментами, с днями рождениями, какими-то юбилеями.
Но задача наша все-таки сделать это каким-то особенным, очень персонализированным, запоминающимся. Какой бы повод этот ни был, даже если это чудная зубная фея, которая принесет монетку под подушку малышу. Да? То есть вот задача наша с вами именно сделать что-то совершенно уникальное, что-то совершенно потрясающее. Рассказывайте о своих гостях, когда вы бронируете, пожалуйста, связывайтесь с нами, говорите, что делает их отдых особенно приятным. Да? Мы постараемся это для них организовать. Ну и опять же, во время их пребывания и после их пребывания мы стараемся, чтобы у них остались самые приятные впечатления об особенных моментах, которые они провели в Ритц-Карлтоне. Поэтому, если у ваших гостей какая-то особенная дата или день, который вы хотите для них организовать, будем счастливы вам в этом помочь. Ну и обязательно постараемся сделать его не просто традиционным букетиком, да, чем-то особенным, чем-то уникальным и очень запоминающимся. Чтобы через год, уже приходя к вам, он сразу знал, куда он отправляется праздновать свой день рождения снова. То есть к нам. Ну и, естественно, да, всегда самый важный, самый долгожданный слайд, что же отели приготовили. Традиционно, да, Дубай, конечно, очень дорогой за последние 2 года, будучи практически единственным направлением открытым для всех туристов со всего мира и предлагая постоянно какие-то... То у нас экспо было, вот сейчас мы ждем чемпионат мира по футболу, то есть постоянно какие-то события происходят в Дубае. Вот. Ну, лето тот самый случай, когда есть возможность у гостей со всего мира приехать и отдыхать в лучших отелях по максимально приемлемым и интересным ценам. И сезон этот низкий длится до 30 сентября, и, конечно же, мы не исключение. До 30 сентября прекрасные летние цены для всех наших гостей. Кроме того, мы один из немногих отелей в Дубае, пятизвездочных, кто размещает, в принципе, в течение всего года, да, 2 взрослых и 2 ребенка в стандартном номере. Номер у нас начинается от 50 квадратов, плюс номер твин, да, номер с 2 кроватями, будут достаточно большие квин-сайз кровати, достаточно комфортно для 2 взрослых и 2 детей. Если нужно, мы еще доп-кровать поставим. Вот. На лето возраст деток увеличен до 16 лет. То есть в течение года это 12, мы размещаем 2 взрослых, 2 ребенка до 12. До 30 сентября возраст детей увеличен до 16 лет, поэтому... 2 взрослых, 2 ребенка до 16 лет. Детки будут идти бесплатно. Единственное, в этом случае обращайте внимание ваших гостей, что дети бесплатно. Эта программа в плане полупансиона всегда предполагает детское меню в ресторанах. Поэтому обращайте на это внимание. Если 15-летний мальчик, то... Наверное, в этом случае программа будет не очень распространяться. Ну, либо часто наши с вами гости, мама кушает по детскому меню, а ребенок по взрослому. Детское меню тоже интересное и разнообразное, но вот просто, пожалуйста, обращайте на это внимание ваших гостей. Если это работает, если их такой вариант устраивает, это прекрасно, это отлично, мы всегда рады пойти навстречу. Опять же, да, про полупансион мы с вами говорили, при бронировании от 3 ночей полупансион будет идти бесплатно для всех категорий номеров, и будет он включать в себя в том числе программу Marriott Dine Around. Ну и традиционно, да, уже у нас каникулы не за горами. Пожалуйста, снова и снова. Я знаю, что сложно сейчас принимать решения заранее. Очень неохотно гости бронируют что-либо заранее, особенно гости из там, России, стран СНГ. Уж очень неопределенная стала наша жизнь, постоянно что-то происходит, сложно понять, то курс валюты, то еще что-то. Но, пожалуйста, предлагайте им сейчас бронировать номера заранее, потому что октябрьские каникулы традиционно в последнюю минуту цены, как всегда, будут очень высокие, мест не найти и так далее. Плюс в этом году с середины ноября по середину декабря будет проходить... чемпионат мира по футболу в Катаре. В Катаре, и, конечно же, Дубае мы ждем очень большой наплыв туристов. С этим связаны, что приедет очень много гостей вообще в принципе в Дубае, потому что тут уже Fly Dubai объявил о том, что будет порядка 30 рейсов в день, и добраться до Катара будет совершенно несложно. Это будет все покупаться целым пакетом. Практически покупая билет на матч, уже можно будет сразу приобрести к нему перелет на самолете и так далее. И... сам Катар, как вы знаете, не очень большой, поэтому
для тех, кто хочет побывать на чемпионате, но еще и при этом здорово и интересно провести время. Дубай, конечно, совершенно уникальная возможность. И плюс впервые чемпионат проходит в зимнее время года, да, то есть ну, осеннее, да, уже в холодное время года. Поэтому, конечно, Дубай ожидает огромного количества гостей со всего мира. Бразильцы приедут болеть за бразильцев, аргентинцы за аргентинцев, англичане, шведы, и все-все-все будут стекаться туда, в Дубай. Поэтому, пожалуйста, 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 если ваши гости собираются посетить Дубай в это время, бронируйте это все немножко заранее. Достаточно лояльная программа всегда научила нас пандемия тому, что лояльная программа аннуляции – это залог вашего успеха. Как правило, аннулировать можно отели достаточно близко к времени проживания, если вдруг что-то пойдет не так. Но мы искренне верим, и каждый год мы в этом убеждаем, что Дубай ждет прекрасный сезон, и в этом году снова. Уверена, что традиционно любители Дубая снова к нам приедут. Самое безопасное направление, которое постоянно удивляет какими-то новинками, где всегда что-то новое происходит, но при этом всегда это чисто, спокойно, безопасно. Это возможность переключиться, это гарантированно высокий уровень сервиса, очень дружелюбные сотрудники всегда, да, то есть это то место, куда с огромным удовольствием гости возвращаются снова и снова, и мы их также ждем в этом сезоне. Поэтому Новый год уже. В прошлом году продажи на Новый год в дубайских отелях были закрыты, наверное, в октябре месяце. Примерно такую же историю ожидаем мы в этом году. Поэтому как только наши с вами любимые гости вернутся с летних каникул, предлагайте им уже бронировать, если они планируют Дубай, да, в качестве своего осеннего или зимнего отдыха, предлагайте бронировать уже сейчас. Подскажите, есть ли телеграм-канал или где можно брать реальные фото для соцсетей? Фотографии, пожалуйста, в конце будут мои контакты. Вы можете написать, мы с удовольствием отправим свою базу фотографий, да, где вы можете скачать фотографии. Презентация непременно останется на нашем стенде, там, в архиве Profi Travel, где вы сможете ее скачать. Если, опять же, у вас останутся какие-то вопросы, какие-то особые фотографии или какая-то информация, пожалуйста, пишите мне, будем рады вам все отправить. Телеграм-канала нет у нас, нет. Так, нужно ли свидетельство... А, про молодоженов. Я так понимаю, что наш вопрос с вами будет про молодоженов, если это особо, да. Нет, свидетельство о браке брать не нужно. Пожалуйста, просто нам напишите, да, что вот эти вот гости – это молодожены. С молодоженами всегда самая сложная история, потому что эту информацию в паспорте мы найти не можем. Если с днем рождения еще мы как-то можем предугадать, да, то есть, что вот у гостя будет день рождения. То с молодоженами сложнее всего, поэтому просто пишите нам, пожалуйста, что вот эти гости молодожены, мы тоже для них обязательно что-нибудь интересное, особенное придумаем. Новогодние программы, да, спрашивают у меня. Да, конечно, новогодняя программа, она, как правило, традиционная, каждый год большая красивая территория отеля позволяет нам проводить новогодний ужин на открытом воздухе, то есть наша такая огромнейшая лужайка, которая вмещает невероятное количество людей, накрыты там прекрасные столы с великолепной едой, шампанским, обязательно живая музыка у нас присутствует, это наш главный ужин, ну и, конечно, кроме вкусной еды, потрясающей атмосферы, вид, который открывается с территории отеля Ritz-Carlton, это, конечно, самое главное преимущество, главное, почему люди так любят отмечать Новый год у нас, на колесо, то есть вы будете видеть все фейерверки, которые случаются на Blue Waters, да, на острове. С другой стороны, это будут салюты прекрасного острова Пальма. Перед вами будет открытое море, за вами будет GBR, то есть ощущение Нового года, конечно, совершенно потрясающее. Тоже, пожалуйста, если Новый год, если гости, особенно каждый год, кто к нам приезжает, они уже это знают,
Бронировать нужно заранее, потому что не только количество номеров в отеле ограничено, но и количество гостей, которые могут посетить вот этот главный гала-ужин, оно тоже ограничено. Есть возможность отмечать Новый год в ресторанах, но мы всегда рекомендуем все-таки выбирать главный гала-ужин, потому что это открытый воздух, это вид на море, это вид на колесо, это совершенно потрясающая новогодняя атмосфера. Ну, вроде бы я ответила на все вопросы, которые увидела. Для вас еще несколько фотографий, чтобы просто погрузиться в атмосферу курорта. Традиционно арабского дома, который одинаково хорошо подходит и для отдыха семей, и для молодоженов. Я повторюсь, да, большая территория отеля позволяет нам вот разграничивать это все. Для деток у нас отдельная зона, как раз рядом, вот где наше оригинальное крыло построено. Как правило, семьи выбирают именно его, потому что там есть и номера с прямым выходом к бассейну, и там как раз находится детский бассейн с горочкой, там находится детская площадка, детский клуб, то есть все это очень удобно. Вот как раз все это сконцентрировано в районе оригинального корпуса. Опять же, номера, если вы бронируете family room, это будет коннект, который внутри номера, да, когда у вас дверь находится. Все сделано для того, чтобы семьям было максимально удобно отдыхать со своими маленькими детками. Ну и не очень маленькими. Тут же, сами знаете, для родителей дети маленькие всегда. Но да, вторая часть отеля как раз отведена больше для пар. Бассейн только для взрослых, кальян, зоны отдыха, где вот как раз могут отдохнуть не только дети, но и взрослые, и пары. Главная гордость отеля, повторюсь, конечно, это пляж, прекрасный вход. Нам невероятно повезло, несмотря на то, что мы один из первых отелей, который построен на GBR, напротив нас все еще открытое море. Прекрасный вход в воду, чудесная вода. Будет ли она такой прекрасной, через год сказать очень сложно. Но вот сейчас, на данный момент и на сезон, можете смело предлагать наш отель тем гостям, которые хотят именно хороший вход, хорошую воду, да, открытое море. То вот здесь, в Ритц-Карлтоне, у нас это все еще осталось. Справа от нас выстроена пальма, слева от нас выстроено колесо с Blue Waters, да, но напротив нас все еще осталось открытое море, благодаря чему естественный пляж, легкая волна, вот хороший вход, но при этом больших волн у нас тоже нет. Вот, ну и, конечно, зеленая красивая территория, все-таки наши с вами гости очень хотят вот это ощущение курорта, даже приезжая в Дубай, все равно море, курорт – это то, чего нам очень не хватает. Вот. 6 бассейнов, как я уже сказала. Да, меня спрашивают о депозите. Депозит традиционно, он одинаковый вообще во всех пятизвездочных отелях. Это 500 дирхам в сутки с номера, но он больше уже в Дубае не является строго обязательным. Гости могут либо оставлять какой-то депозит фиксированный, да, для своего отдыха, и потом, когда депозит заканчивается, они его пополняют. Мы такой вариант все-таки рекомендуем, потому что когда вы находитесь именно на курорте, не очень удобно с собой носить наличные деньги там, или карту и так далее, но в крайнем случае это тоже возможно. То есть сейчас уже можно в Дубае, вы оплачиваете обязательно вот этот 20 дирхам в сутки налог, когда вы приезжаете, и дальше вы просто по факту оплачиваете все свои траты во всех ресторанах, барах и так далее. Это тоже возможно. Но мы все-таки рекомендуем оставить какой-то депозит, да, не обязательно прям всю сумму, либо большую сумму, либо меньше, то есть как сами гости предполагают, сколько они планируют потратить денег, чтобы просто была возможность записывать на номер. Что если вы депозиты не оставляете, то в отеле любые траты вам нужно будет сразу расплатиться. Опять же, нахождение на GBR очень помогает. Мы всегда рекомендуем гостям обменивать валюту, потому что если вы оставляете депозит в Дубае в долларах, и там у вас остается какая-то сумма, то вернутся вам деньги всегда в дирхамах, и, естественно, по курсу отеля.
поэтому мы все-таки гостям рекомендуем. В дирхамах вы тоже можете оставить у нас депозит. Ну, пожалуй, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Еще раз большое вам спасибо за то, что вы нашли время. Информацию об отеле вы можете найти на нашем стенде. Там же вы найдете все наши контакты. Опять же, увидите их перед собой. Еще раз повторюсь, особенность и самая главная отличительная черта Ritz-Carlton, мы всегда стараемся сделать отдых уникальным. Поэтому все, что вы знаете о своих гостях, все, что вы считаете нужным нам рассказать, мы всегда рады максимально любые пожелания их удовлетворить. И это наша с вами возможность, мы любим говорить, add the guest for the life. Да, то есть создавать тех гостей для нас, для вас, которые будут путешествовать с вами, приезжать к нам и отдыхать в нашем отеле из года в год. Их немало, и это очень здорово, это очень приятно. Я вам желаю прекрасного лета и замечательного сезона. Сезон этот снова будет очень и очень такой интенсивный, да, потому что, опять же, да, чемпионат мира нас ждет. Сначала нас ждут октябрьские каникулы, потом ждет чемпионат мира, потом Новый год. И, собственно, Дубай много всего приготовил как направление. И мы, конечно, тоже за лето какие-то что-то новое интересное придумаем, немножко подреновируем отель и с нетерпением ждем ваших гостей по самым лучшим ценам, какие только можно, собственно, придумать до конца сентября. Детки до 16 у нас. Вот. Ну и для тех, кто все-таки заранее подумает о своем отдыхе, есть возможность уже сейчас забронировать именно то, что они хотят. Я вас еще раз благодарю, желаю всем прекрасного дня. Если у вас остались какие-то вопросы, мы здесь всегда для вас. Пожалуйста, пишите, обменивайтесь визиточками, есть такая возможность, будем рады. Если вам понадобится какая-то информация или фотографии, тоже пишите, мы с удовольствием все пришлем. Что-то можно скачать, наверное, на стенде, я полагаю. Вот, ну и, собственно, желаю всем хорошего дня и хорошего сезона. Благодарю, всего доброго.